Так, значит, смотрите, я сейчас рассуждал, сначала думал, что вот я там, значит, скажу, с чего началось потом, что те, кто атакует, что, смотри, родственника атакует, что, ну, мы свои обязательства как к родственнику к нему выполняем, там, деньги они шлют с Трикорба, сейчас, то есть, а это я такого джел, у меня, Антон, сейчас, чтобы завалить из зависть, ты понял? Как к сыну мы к нему все обязательства выполняем. Да. Окей. А тут это вскрыто, что они атакуют меня как джел, понимаешь, из зависти. Сейчас. Меня, Белоснежку. Вот. Мерзавцы. Посмотри, и точно так же эти там какие-то ренторы. Все. А это конституционально, по-вашему? Далее говоря, близкие шлют они мне деньги с Трикорба. Чуть охуели, что? Что вы несете? У меня даже приданное не выслали, твари. А, далее говоря, близкие твои злейшие твои враги, имеется в виду, что если у тебя враги имеются, то значит близкие твои злейшие твои.